Всем привет, дорогие зрители. Я нахожусь в районе Обагёль. Тут продается необычная квартира. Я такое не видел. Вы тоже такое не видели. Так что смотрим и оцениваем. Пишем комментарий, что вам тут такого понравилось. Смотрим. Выходим, дорогие зрители, на террасу. Вот такая интересная квартирка. Трехуровневая. Два уровня было, но еще трехуровневая. Смотрите, есть джакузи на террасе. Тут, кажется, санузел добавочный сделан. Да, санузел. Здесь не знаю, что. Ремонт требуется. Вид на горы. Эта квартира одна из бюджетных на рынке. У меня есть также бюджетный вариант около речки Дим. Там цена 140 тысяч евро. Тут цена, дорогие зрители, 141 тысяч евро. Видит крепость Алании. Глазами все видно вот так. Горы глазами видны вот так, как вы сейчас видите. Вот. Даже еще ближе. Расстояние до моря максимум 300 метров. Море видно с этой большой террасы. Вот море. Вот оно. Глазами я вижу вот так. Вот так видно море. Район Обагёль. Рядом есть инфраструктура для жизни. Звонок. Хорошая локация. Рядом ресторанчики, маркеты там, и тому подобное. Все есть. Солнечные батареи на террасе. Изоляцию сделали. Идемте в квартиру. Итак, сюда сделан гардероб. Как кладовка, можно сказать, что. Такой вот интересный спуск здесь вниз. Так, для молодых нормально пойдет эта квартира. А так, для худых, давайте вместе пройдемте. Вот такой проход. Я прошел. Я толстый, но я прошел. Итак, спустился я в квартиру. Еще есть нижний этаж, спуск вниз. Так скажем, редкая, необычная квартира в районе Обагёль, Алания. ВНЖ точно получите, экспертная оценка выходит выше 75 тысяч долларов, где-то 90-100-110. Балкончик. Смотрит на пальму. Лифта у этой квартиры, у этого проекта нету. Вторая спальня. Тут лепка упала, но ремонт требуется, как сказал. Тут вот такое интересное окошко. Подушку ставите, и все прекрасно. Солнце не будет вам глаза попадать. Так. Здесь балкончик, да, вот лепка, которая упала, она здесь. Вот такой маленький садик внизу. Смотрите до конца, ребят. Так, смотрите, какая интересная квартира. Первый санузел верхнего этажа. Еще один санузел был наверху. Как раз клиенты пришли, смотрят. Так что квартира уйдет. Таких цен мало. Санузел хороший. Помните, да, это в фильме? Там Жан-Клод Ван Дам, что ли, или... этот терминатор, что ли, было, вспомнил. Санузел большой. Там внизу квартиру смотрят, здесь маленький кондик. Спустимся вниз. Вот. Пока там смотрят, я быстренько сниму.
Так, кондиционер фирмы Троник, инверторная. Здесь вот такое местечко, чтобы что-то поставить. Так. Кухня. Бытовая техника фирмы Эска. Бош-холодильник. Вот такой интересный. Тут второй санузел. Без душевой кабинки. Ну дайте, дай мне работать. Так, выходим на балкон. Большой балкон. Я его видел сверху. О, какие красивые цветочки. Вот такая интересная планировка у квартиры. Сама квартира тоже интересная. Так что звоните. Айдат здесь 100 лир. 50 тире 100 лир. Цена 141 тысяч евро. Жду звонка, дорогие зрители. Она может уйти. Звоните!